Глава района Адам Джарим вручил юбилейные медали в честь 75-летия победы ветеранам станицы Северской. Лидия Ивановна Швец родилась в 1929 году в Казахстане. В 43-м году закончила семилетку и пошла работать в райсобес, где составляла списки раненых, переводила пенсию. Огромное спасибо за то, что вы сделали в те тяжелые годы для всей страны. Юбилейную медаль вручили и Прасковье Никифоровне Мурадовой. Она родилась в 1926 году в Воронежской области. Переехала с семьей в город Грозный, где их и застала война. Прасковье на тот момент исполнилось 15 лет. С этого возраста она стала учиться в ремесленном училище. Вместе с другими учениками изготавливала бочки и изделия из дерева. Спасибо большое. Спасибо. Вам большое спасибо. Это очень было трудное время. И если бы не та сплоченность, не та дружба великого советского народа, этой победы бы не было. Кроме поздравлений, ветеранов ожидал и музыкальный подарок. Ветераны поделились с гостями воспоминаниями о войне и радости от победы.